Я всех приветствую на своем канале Infam with Infam, и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось поделиться своим мнением о уходовой косметике за последнее время, которую я покупала. У меня накопилось ее очень много, потому что такого рода видео я уже не делала очень давно, наверное, с прошлого года или с начала этого года. Снятие макияжа с глаз для, как сказать, для очень чувствительных глаз. Вот. От Виши вот так вот выглядит сам флакон. Божественный просто запах. И, наверное, это самое приятное, это просто пользоваться этим тоником только из-за запаха. Потому что такой запах розы, натуральный. Я, наверное, вот... у меня есть еще один тоник, который тоже очень вкусно пахнет розами. Я вам его показывала в моих фаворитах. А вот этот, он еще больше пахнет розой. И не какими-нибудь химическими, а натуральной розой. И это его большой плюс. Это да. Но так как это средство для чувствительных глаз, снимают макияж не очень, к сожалению. И я даже не говорю какой-то водостойкой, даже нормальную косметику снимает эта водичка не очень, поэтому я вот сейчас практически это пользуюсь и уже не буду им пользоваться. То есть надо долго держать, смотря какую косметику, то есть какую-то снимать хорошо, какую-то не очень. В общем-то, если у вас чувствительные глаза, я вам могу его посоветовать. Но если вот как у меня проблемы с никакими средствами нет, то снимает он как бы макияж, ну, так себе, скажем так. Поэтому хотела, вот специально держала, хотела вам показать, чтобы вам сказать, что я о нем думаю. Но я недавно купила вот это вот такое средство Диадермин для снятия макияжа. Это средство мне понравилось. Оно хорошо снимает макияж. Здесь написано, что, да, снимает как бы мягко. И для всех типов кожи. Действительно, снимает мягко. Единственное, наверное, водостойкую продукцию какую-то снимает, но не всю. То есть у меня были проблемы, что не всю, но для этого у меня есть двухфазная смывка от Евроше, которую я уже пользуюсь уже, я не знаю, сколько времени. И она мне всегда меня вручает. И следующий продукт, который я вам покажу, это будет дезодорант Кристалл от фирмы Санте. Я когда-то вам показывала, я покупала шампунь от этой фирмы. Это натуральная фирма, вернее, натуральная фирма. Это фирма, которая производит натуральную косметику. И у меня дезодорант Кристалл. Я извиняюсь за то, что он выглядит. Это уже напоминает некую такую башню Пиза из Италии. Но, в общем-то, он такой стандартный. И мне дезодорант очень-очень нравится, потому что я по своей натуре вообще человек, который практически вообще не потеет. У меня как бы пот выделяется только какие-то стрессовые ситуации. Я заранее никогда не знаю, когда я буду потеть, а когда нет. Поэтому я им, конечно же, каждый день пользуюсь. Но, допустим, там на каникулах я вообще не потею, да, потому что стресса нету, и по своей натуре я, наверное... В сауну мне чуть ли не с 10-го захода надо зайти, чтобы я начала потеть. То есть у меня вот такая вот натура. Вот. Поэтому этот дезодорант мне нравится. Но я думаю, что если у вас очень сильное потоотделение, такой дезодорант навряд ли вас выручит. И последнее средство, которое я вам хочу показать, это не новое. Это мавала для, вот такой вот, для роста ресниц, для ухода за ресницами. Что хочу сказать, какого-то там сумасшедшего роста это средство мне, во всяком случае, не дало, но я его постоянно покупала, потому что это очень хороший уход за моими ресницами. И я заметила, что, да, я им пользуюсь, то, что у меня не выпадают ресницы, или, во всяком случае, намного меньше, что они выглядят здоровее. Я теперь, наверное, в каждом своем видео буду повторять по 100 раз то, что я есть во всех соцсетях. ВКонтакте, в Фейсбуке, то, что у меня есть блог, и я теперь в Инстаграме или уже с какого-то времени, но я становлюсь все более и более активной, так что, кому интересно, милости прошу, заходите. Вот, а так я вам говорю огромное спасибо за ваше внимание. Если вам видео понравилось, ставьте пальчики вверх. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. И я говорю вам до следующей встречи.